накину на себя пальтишко, и вдруг пойму навеки вечный. Я девочка, а ты мальчишка. Активное долголетие продолжает развиваться в разных направлениях. Речевой спектакль – определенно новое амплуа для членов клуба. Тема творческого вечера – любовь. Все роли в стихах, но участницы с легкостью с этим справились. Атмосфера библиотеки помогла настроиться на поэтический лад. Всего за 5 репетиций они добились слаженности и предстали перед зрителями. До этого приходилось работать с детьми. И старшее поколение, они точно такие же открытые, у них точно такие же эмоции, но при этом им безумно много есть чем поделиться со всеми, и у них есть нерв, им есть о чем рассказать. Автор произведения, которое легло в основу постановки, Людмила Крупенко, повествует о разной любви. Ее поэзия прекрасно передает всю многогранность чувств – природе, человеку или жизни. В стихах любовь способна пробиться каждой душе и наполнить светлыми переживаниями, уверена Людмила. В книжке в этой изложено, в принципе, жизнь где-то лет за 50, прошедшая моя. От детства, как вы поняли, от ромашек до юности, потом зрелость, потом русская Голгофа, потом, так сказать, от людей к родине, к Богу. На этом творческий вечер не закончился. Зрители смогли пообщаться с поэтом и приобрести книгу. Участники клуба «Активное долголетие» получили на память автограф. Помолодели сердцем и душой, признавались гости. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».